излагать. Замечательно. Дальше. Зарасти. Произрастать. Дальше. Вырастить. Заросли. Изложение. Отлично. Дальше. Выросли. Вот они взяли и выросли. Ростовщик. Прекрасно. Дальше. Предполагать. Правда? И предположить. Давайте. Предположение. Предположение. Дальше. Вырастать. Замечательно. Дальше. Ростовский. Приехавший из Ростова, скажем, да? Ростовский. Сувенир. Ростовский сувенир, согласен, да. Князь Ростовский. Мы напишем с маленькой буквы, да? Ростовский. С маленькой Ростовский. Ростовская область, допустим, да. Изложение было у нас с вами. А вот теперь будет предложение. Предложение. Слагаемое. Дальше будет с вами что прилагать. Я что-то к чему-то приложу. Прилагать. К чему-то, к твоей покупке, прилагается подарок. Да? Конечно. 1+1, 3+1. Ваша задача сейчас, во-первых, выделить корни. Во-вторых, попробовать сочинить интересное, красивое предложение с этими словечками. Выделите корни. Во-вторых, от вас интересное, красивое предложение с этими словами. Возьмите 2 или 3 слова. Обязательно 2-3, а не 1? Лучше 2 или 3. Чем больше, тем лучше. Я предполагал, что на юге будет жарко, но я не предполагал, что испекусь. Ростовский предположительно мужчина приехал в Москву и случайно забыла с угольками. Ростовский мужчина звучит странно, да? Ростовец. Уж тогда он действительно ростовец. Ростовщик прилагает 15% скидки. Пиши. Это уже объявление. Никто не мешает другие слова прибавлять. Правда? Как всегда. Я заложил улицу Арбата. Обязательно слова вспомним. Лаглош или раст. Рост. Помните, чередуется еще с рост. Я предполагал, что я сильный холод, но не предполагал, что я стану мороженым. Стану? Мороженым. Ты станешь мороженым? Да, возможно, еще.
Еще. Доставщик предположил, что скидка будет не очень большая, но все же скидка была слишком большая. Хочется еще дальше продолжать, да? Да, согласен, предположил корень ложь. Выдели. Доставщик вырастил записи слагаемого дерева. Слагаемое дерево. Это дерево, которое похоже на бабку стрелы. Это непонятно. Слагаемое плюс прилагаемое будет сумма. Слагаемое что-то приложили. Случится? Мяч не лопнет. Но случилось несчастье. Смотрите предложение. Почему-то за это он написал изложение. Так изложение это... Изложение это не наказание, я абсолютно. Можно? Можно? Смотрите, фантастика, но ничего. Чувствуешь разницу? Можно написать абсурд, но не чушь. Разбегаются. Разбегаются.
разбогател. Так, разбогател, правда? Почти все исключения мы обсудили. Так, Боже. Или Росса. Помните, Россель. Возможно, да?